Еще раз, как вас зовут? Монаков Дмитрий Михайлович. Где вы проживаете? В Радиополе. Вы меня знаете лично? Лично нет. Вы испытываете ко мне личную неприязнь? Прямо личную неприязнь нет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы оставили на интернет-ресурсе свой опус. Вы написали так. Администратор Алексей Петров. Привет, дорогой. Ты как, с Горловки собираешься сваливать? Если да, то не спеши. Я за тобой приду с большим пузырезом. Живу рядышком, так что только момент получше выберу. Передавай привет родне. То есть вы планировали меня убить? Нет. То есть с большим пузырезом вы пришли и хотите прийти ко мне? У меня, во-первых, нет никаких. Ничего, я не стал ждать, пока вы ко мне придете, я пришел к вам. Вот армейский нож, боевой армейский нож. Вот армейский нож тупой. Один из них берете вы. Я вам дам возможность сейчас меня убить, как вы хотели. Если меня убьете, вы уйдете отсюда сами. Своим ногами. И никто вас здесь не тронет. Берите. Я никогда в жизни не поднимал, не подниму руку на человека сам. Это по безнаказанности или по глупости? Как вы это себе представляете? Это по глупости, с которой сейчас жалею. Вы жалеете? Вы жалеете почему? Потому что вы попали в организацию, где очень много вооруженных людей. Я выйду сейчас с вами в поле. Я перед строем пообещаю, что никто вас не тронет! Берите нож! Берите! Я перед строем пообещаю, что вас никто не тронет. Я не смогу взять нож. Я не подниму, я ни на кого не могу поднять руку. Я никогда не поднимал. Так что ж вы за люди-то такие в вашей единой Украине? Вы угрожаете семье за спиной, вы угрожаете мне за спиной. Я даю вам в руки нож. Нате, убивайте. Убивайте, вы же меня ненавидите. И я вас ненавижу. Только я могу вас убить. На, убивай. Я не убью вас. Никто не тронет. Слово офицера дадут, никто не тронет. Я не в этом дело. Перед строем поклянусь. Донбассом, родиной своей, поклянусь, что никто тебя, падлу, не тронет. Бери нож. Я не смогу взять нож. Ну, честно говорю, не подниму нож. Это то, что я говорил, это я сожалею об этом. И в тот момент я не сознавал. У меня была какая-то... А в какой вы момент осознали? Когда у меня в кабинете оказались? Отпустите это говно. Пожалуйста, с Богом!